Приветствую всех сталкеры и не сталкеры. С вами снова я, Иван Сусанин. Мы продолжаем сегодня в этом месте. Это место называется вокзал Любича. Самый старт, можно сказать, локации. Ну, это уже не предбанник зоны, а уже сама баня. Ну что, побегали, погуляли немножко. И знаете, что меня отвлекло от всего этого гуляния? То, что когда я пришел к гурману, там оказалось, что сейчас у него заново, по новой, идет готовка, да? Для готовки, и для готовки нужны довольно интересные вещи, то есть нужен котелок и разные другие вкусности, которые, в общем-то, нужны для задания. Взял у него задание, кроме этого я взял другие задания. Давайте тогда будем потихоньку выполнять задания, которые влезут в наше текущее расположение. Их достаточно мало будет влезать, но тем не менее мы будем непосредственно отслеживать те. До 42 спустил, но тем не менее их заданий остается дофига. И все равно я тут еще кое-какие задания взял для того, чтобы продолжать потихонечку. Вот, к кислому подошел, он меня попросил опять найти плевка и митьку, как когда-то в начале. То есть это где-то там далеко, на Тунгуске они у нас находятся. Мы обязательно сходим туда, но пока как бы придется, видимо, наверное, вот эти все задания выполнять как можно скорее и ходить в разные территории. Ну а пока начнем именно с того, что сделаем. Вот что. Я думаю, метод, который я хочу использовать сейчас, вряд ли подойдет новичкам. Здесь на вокзале, в общем-то, нужно, то есть есть возможность прокачаться. По крайней мере, этот котелок взять, чтобы набрать нам очки опыта. Здесь очень просто. Вот именно на вокзале все это делается. Но почему не новичкам? Потому что у вас должно быть много, много еда. Много должно быть кабаньих ног. И должно быть очень много мяса. За то, чтобы репутация ваша повышалась среди именно вокзальных. Для этого вам нужно сделать несколько квестов. Давайте сразу сейчас эти квесты возьмем и сразу же выполним, чтобы показать вам, как примерно это все работает. Ну, по крайней мере, кто этого не знает. Так, подходим к Виктору Серебрякову. Именно то, что он нам предлагает сейчас. Мы сейчас возьмем у него. Так, я не буду отсюда перекладывать. Возьмем 5 кусочек мясков и 5 окорочков. У меня дофига их просто, и сейчас я знаю, что... Правда, денег это мне принесет не так много, но, по крайней мере, я буду знать, что я могу репутацию прокачивать. Для чего мне прокачивать здесь репутацию? Чтобы покупать у торговцев всякие ништяки. Тут рецептов очень много оказалось у фельдшера, который тут находится. Я тоже, и помимо того, еще котелок нужно купить, чтобы на нем можно было хорошо варить. Система готовки тут тоже довольно интересна. Так, вот эти вот два парня, Сергуня и Беляш, дают нам интересные довольно задания. Беляш, привет, ты с ляжками? Ну, в смысле, окорочка кабани принес? Что там с кабанями окорочками? Тебе достаточно знать, что я за них деньги платить буду. А я уж сам разберусь. Беру партиями по 5 штук. Но если по секрету, то сходи к ключу и попроси у него тушеной кабанятии. Вот чё. Ну так чего, будешь добывать? Хорошо, добуду для тебя. Нужно 5. Я их взял. И сейчас сразу дадим квест. Привет, ты с ляжками? Ну, в смысле, окорочка? Да, принес тебе партию. Давай сюда! Плата, как всегда, забираю. Короче, вот, дает мне репутацию 10 к вокзальным. И кроме того, я получил еще 500 единиц опыта и 1300 рублей. К тому же, здесь у вокзальных, как она? Подожди, где же она делается-то, эта фигня? Сейчас вспомню, подожди. Как же она работает-то? Нет, это не то. Я забыл. Нет, не то. Фу, забывчивость, мое второе я. Вот, да. Так, знакомство. Насчет этого, наверное, тут не будет ничего, да? Ну ладно. Хорошо, давай к Сергуне тоже дадим.
репутацию потом. Так, сталкер, есть мясо? Вымени или можешь держать, чутка подкинешь. Зачем тебе мясо? Как зачем? Я нынче работаю на Плюща. Он меня нанял мясом для бара добывать. А надо же чем-то народ кормить. Охотиться я не люблю и вида крови не переношу. В домах заброшенных или порыться, или заглянуть туда, куда другие заглядывают, брезгуют. Это я люблю. К примеру, недавно нашел одно чудесное местечко, что за место даже не спрашивай. Резать буду, не скажу. Разных патронов там завались. И все как новенькие. Мне это они без надобности. Но обменять готов. Например, 5 кусков сырого мяса на парочку патронов. Как тебе? Я тебе патроны, а Плющ мне денег немного. Да и накормят. А если я сам Плющу не наймусь? Нет, братец. У нас уговор. Мы молодые. Вы молодые приходите и уходите, но зона... По зоне скитаетесь, арты добываете. А нам тоже как-то надо жить. Что уж ты нас на свалку-то прям отправляешь? У нас тут своя коммуна и свои правила. Да ты, если хочешь Плюща, спроси. Он тебе за это же ответит. Потому что он наш человек. Ладно, принесу тебе мясо. Сейчас принесем ему тоже 5 кусков мяса. Они у меня тоже есть. И он мне даст... Либо патронов на УЗИ, либо на токарев. Я на УЗИ сейчас коплю, потому что у меня есть как бы оружие. Я думаю, что этим оружием гораздо лучше будет против... как их называют? Против пауков. Так, понадобится еще патроны, приходи. Получу 10 единиц опыта. Вокзальный изменился плюс 2. И стали 1000... отрицательных момент нету. Ну, в общем-то, он не так много дает, но тем не менее он дает кое-какие очки опыта. И эти очки опыта сейчас мы будем тратить. Надо было сразу показать, какое количество очков опыта у меня было и сейчас стало. Но я думаю, что корочка это самый лучший вариант. Так, ну, сначала я поговорю с Плющом именно о том, чем нам надо. Я именно пришел сюда и посмотрел, что нужно. Вот. Очков 490 вокзальное стало именно благодаря тому, что я сейчас выполнил эти квесты, скорее всего. Но мне нужны вот этот котелок ПДЛ, конечно же. Всего лишь 11 косарей стоит. Я думал, мне нужен. И я могу у него даже тут кое-что купить, довольно интересно. Так, кроме того, мне нужны очки опыта еще для вот у этого фельдшера Ивана. Могу я у него... воспользоваться. Так, хочу куплю лекарства. Вот эти вот рецепты. Рецепт раствора марганцовки, строительных стерильной ткани, пачки бинтов, бинты я умею, выведение радиации и автомобильные аптечки. Это я могу научиться делать. Кстати, давайте посмотрим, какие у меня... Нет, это не то. Секунду. А где... где у меня рецепты? Вот рецепты. Медицина, да? Наверное, там. Так, смотрим. Рецепт растворительной марганцовки. Рецепт. Вот медицинских бинтов я. Стерильной ткани. Рецепт стерильных тканей тоже нет у меня, да? То есть, кроме пачки рецепта, пачки бинтов, я ничего не умею делать. Так, ладно, давайте сначала тогда стерильную ткань сначала сделаем, потому что она была нужна для медика в деревне Белых. Стерильная ткань. Давай научимся ее делать. Так, 50 очков торговли потом. Лицо аптечки автомобильной. Уже 140 выведения радиации. А у меня не хватает, да? Черт, торговых очков не хватает. А я могу... Нет, недостаточно очков, к сожалению. Ладно. Вот это вот. Давай вот так вот пока. Так, я купил себе несколько рецептов, и теперь для крафта они мне пригодятся использовать. Использовать. И самое главное, когда вы подходите к неписям, просто подходите с оружием наготове,
случайный выстрел, вот это моя кровь. Случайно, если вы выстрелите, вообще вы просто выстрелите случайно, вот эти вот ребята вас сразу же завалят, и у вас над головой появится синее название вашего имени. Да, так что лучше все-таки подходить к ним гораздо лучше подходить без оружия наготове. Вот надаем сейчас ему денег. Вот и этому. Так, у этого я, в общем-то, кроме мяса беру еще патрончики мне нужны. УЗИшки. Я хочу именно взять УЗИшку с собой. Все-таки она будет, я надеюсь, все-таки. Или ГЛОК. В принципе, ГЛОК такими же патронами пользуется. Я думаю, что ГЛОК, наверное, помощнее, да, оружие. Хотя не уверен. Но у меня же не 17 ГЛОК, у меня 18. Так что он еще получше немножко. Был, не знаю, как сейчас, насчет, я не буду составлять. Так, давайте посмотрим, что у нас насчет того, что у нас тут есть. Где у нас репутация? Секунду. Вот, репутация вокзальная. 54 очка, мне еще достаточно много очков надо набрать, до 120, чтобы купить еще один последний рецепт, антирада. И я думаю, на этом закончим, но с этими наборами задач, но у меня еще есть ноги и есть еще мясо, как бы, ну, может быть, не хватит для всех очков, может быть, придется еще добирать, чтобы этот рецепт потом получить. Медленно это все добывается, но я тут посмотрел по заданиям, в общем-то, не совсем все работает корректно, то есть молодая кабанятина, она работает как хвосты за хабар, ну, а мне нужно, знаете, что сделать сейчас, я думаю, что, наверное, репутация добавит мне золото под ногами. Вот этот вот квест для вокзальных. Это нужно идти к бывшему сталкеру, живущему на вокзале. Рассказал, что в старом телеках каждый может найти в деревянных домах вдоль улицы Ленина. Ежедневно обновляются внутренности. Он просит принести ему радиодетали из трех телевизоров. Давайте подойдем к нему и спросим насчет этого задания. Будет он? Нет, нет, нету. А, нет, это не то. Старый сталкер, наверное, это который наверху, да? Бывший, вот он, да. То есть к нему надо подходить. 50 очков опыта мне бы сейчас, наверное, не помешал. Давайте, ну, путаюсь еще как бы. Так, подожди. Может тебе денег подкинуть? Ну, не привык я попросить. Понятно, ну, бывай. А что, поэтому ты был сталкером? Может рассказать про сталкерство? Так, а что-то задание-то у меня этого нету, что ли? Все, видимо, уже оно доступное. Подожди, нет, у меня же это, да, я уже взял задание, да, у него? Да, я уже взял задание вот это, вот он, да. Хорошо, я у него взял это задание, все, разобрался наконец. И сейчас идем туда. Я хочу поменять себе пистолет ТТ, именно с помощью его ходить, в общем-то, на ГЛОК 17 и 18. Так, посмотрим, мне нужно будет еще, наверное, прикупить тогда. Оставлю я себе немножко вещей нужных. Так, а вот насчет ГЛОКа, вот 500 патронов, сколько они столько интересно весят? 506 килограмм, достаточно много. Ну ладно, я возьму их с собой. А вот эти патроны я брать с собой, естественно, не буду. И ГЛОК я, свой ТТ поменяю на вот этот ГЛОК 18. К сожалению, один, да? А нет, два. Один у меня заряжен. Один у меня заряжен, и один я возьму с собой. Вот это вот, да, вот это то, что нужно будет именно. Давайте тогда уберем вот эти все. А у меня и нету с собой. А, вот они, секунду. Где они? Только что были здесь. Вот, магазины ТТ выложим. Именно для того, чтобы потихонечку, давай-ка экипируем пистолетик. И я думаю, это гораздо будет лучше, если я буду ходить именно с ГЛОКом. Пусть всего два у меня, но тем не менее они стреляют гораздо лучше, чем ТТ, ГЛОК 18. Ладно, пошли в деревню, сходим там, сейчас посмотрим. Сейчас пока еще день, домовых, наверное, днем не должно быть. Но тем не менее, сейчас пойдем и выполним этот квест, получим кое-какие детали. Вот ни с того, ни с сего, у меня заданий целая куча висит лишних.
тем не менее, давайте разберемся, да, сейчас более понятно стало с этими возможностями, да, вот по группировке, хочешь узнать, как вокзальные, какие тут квесты текущие, какие доступные квесты, на них смотришь и нажимаешь, и знаешь, какой это квест, и к кому нужно подойти, и что нужно делать для этого, более-менее вокзальные. Местные жители, бывшие сталкеры, мелкие барыги и прочие пострадавшие от зоны, бедолаги, вот кто собрался на вокзале Любич. А про мячик интересно, кстати, он же тоже вокзальный, да? Надо попробовать взять еще про мячик у Печкина. Тоже хорошее дело. Так, пошли искать. Где эти телевизоры? Я вспоминать сейчас буду. Эти телевизоры находятся в трех разных домах, но, может быть, перестроили, поэтому, может быть, домов телевизоров этих так просто найти будет сложно. Интересно, ночью их днем нету? Да, точно нету. Отлично. Их днем нету домовых, это уже хорошо. Так, радиодеталь. А на задание-то она не влияет? Или что? Подожди секунду. Золото под ногами. Собрать детали из трех разных телевизоров. Ну ладно. Как бы. А, висит, да? Висит задание, отлично. Никуда не пропадет. Так, ладно, давайте посмотрим тогда в следующих домах. По-моему, второй. Вы слышали этот звук? У меня вот чудится, что этот звук говорит от леших и домовых. Так, второй телевизор нужно вспоминать. И тут хабарчик можно пособирать, естественно. Я просто вспоминаю действительно, как это все работает. Многое забывают. Нет, дома, по-моему, остались там же, где они должны были стоять. Никуда они не деваются. И телевизоры тоже. Второй телевизор. И третий телевизор у нас находится, если бы помнить где. В каком-то тоже доме. По-моему, он находится возле входа, если я не ошибаюсь. Нет? А, вот он стоит. Вот. Да, отлично. Давай посмотрим. Насчет. Вот я взял все три, 50 вокзальных должно дать мне, вокзальная группировка, вокзальная у меня 87, если даст 50, то я смогу, в общем-то, наверное, этот квест даже легче будет для увеличения репутации, чем я, вот это уже новичкам, наверное, подойдет, это задание. Именно для того, чтобы поднимать репутацию, чтобы купить эти рецепты. Первоначально, конечно же, рецепты, может быть, и не нужны, потому что у вас всякой фигни нету. У меня же все-таки всякой дофига херни. Вот эти вот все можно как бы 90% шанс успеха. Это очень хорошо. А стерильная ткань. Мне она, кстати, нужна. Лоскут ткани и спирт надо. А, H2. Нуравинная кислота, да? У меня, по-моему, ее тоже было много. Надо лоскут ткань. Надо будет как бы выполнять квесты, тоже к белым пойти и сдать этот квест. Ну, как бы я его не брал, тем не менее, у меня квестов висит много. Тоже интересно, они интересно и хорошо разложили по полочкам задания. То есть, если вам надо, если вы находитесь в Любиче, и вы выполняете задание именно здесь, вам не нужно выбирать какие-то задания, просто убираешь все лишние, которые у вас есть, и смотришь, какими заданиями ты сейчас занимаешься. Можешь заниматься, какие можно делать, да? Вот этот пока висит, непонятно. Так, надо с глушинками разобраться, собачьи хвосты собрать. Задание. Так, барыги ДК. Нужно три квеста еще для штакета выполнить. С упырем я что-то так и не понял. Я ходил туда, и там что-то его так и не нашел. Доске тоже пока зависло. Прививка... Неизвестно. Я, по-моему, ставил прививку или не ставил. По-моему, ставил. Ну, нужно сходить в комендатуру и поговорить. Путь в тюрьму. Ну, это тоже мне пока не надо. В принципе, потом. Судьба Кислого. Тоже какой-то квест висит. Золото под ногами. Максим Анатольевич. Нужно еще этот. А, да, надо хотел еще взять у Печкина задание. Надо опять походить по этим домам, посмотреть. Опять же, днем ходить лучше, наверное, чем ночью. Какую работу предлагаешь? Надо пошарить в частных домах, на улице Ленина, в квартире, в многоэтажках, за предметы, игрушек, найти их хорошо заполучил. Какие игрушки нужны? Мячик. А, кубик Рубика и мячик. Так, ладно, давайте смотрим насчет этого задания. Вокзальное.
Подожди, вокзальная это вокзальная, а какие... А, информация не та. Во! Это более подробно, то есть, какие люди тут находятся, тоже довольно интересно. А вот сейчас я взял задание Печкин кубик Рубика. Тоже вокзальным даю 50, да. То есть, нужно кубик Рубика найти, и тогда я получу от вокзальных 50. Ну, вот это самое дешевое, которое вы можете взять, как начинающий, чтобы купить, прикупить рецептов для выполнения дальнейших квестов. Так, мы куда идем? Мы идем на второй этаж. Репутация довольно легко тут добывается. Но я не знаю, чем дальше от вокзала, тем, наверное, сложнее. Хрен его знает. Лишь бы отрицательная репутация не случалась. Самое главное, чтобы не уходить. Так. Я принес радиодетали. Отлично. Я уже обо всем договорился. При мне твоя доля. Давай сюда, детали. Держи, сейчас дела. Отлично. Я получил 50 очков. Давайте смотрим. Насчет... 107, нет, меньше 50, всего лишь 30 дали. Блин, что, еще раз надо сходить будет? Интересно, он даст мне еще раз этот квест выполнить? Мне ж нужна это все. Так, какие телевизоры? Как, телевизоры все родятся? Ладно, схожу, погляжу на это. Да, могу. Как-то сделали не ежедневки, мало того, что ежедневки. А, кстати, еще есть какие задания у тебя? Ты был сталкером. Кстати, у него какие-то еще задания есть. Нет? Он денег не берет, да? Да, деньги он не берет. А раньше брали сталкеры денежки. Ладно, давайте сходим еще раз. Я схожу. Сам получил. Я немножко попутал. Чтобы не путаться, нужно понимать, что репутация, которую вы создаете, это совсем не то, что очки торговли. Но все равно очки торговли за выполнение квестов вам дополняются. Несмотря на так, подожди, где он? Нет, я не тот, не тот квест. Золото под ногами. Тут не на... А, вот, плюс 20, вот где она показана. Вот тут вот, плюс 20 добавляется за выполнение. Где ты, крыска? Глок, классное оружие. Можно стрелять как в автоматическом режиме, как автоматом, так и в... Кстати, надо посмотреть, может быть, еще кто-то даст мне какие-нибудь квесты. Фиг его знает. Ну, как бы вроде бы здесь ходил, ничего такого не видел. Ничего нового, интересного. Ну, как бы все равно приходится все начинать заново. Вот не знаю насчет любительского упыря, почему он так висит до сих пор. Не могу сказать. Потому что точно... Не знаю. Так. Принести радиодетали. Держи. Все, теперь я могу купить последний рецепт, который мне тут надо. И может быть еще в комендатуре есть какие-нибудь рецепты. Но тут я вроде бы все уже рецепты купил. Надо еще посмотреть, пошукать у людей, поспрашивать. Кстати, и записи это будет, может, когда-нибудь, чтобы в будущем смотреть, кто что продает. Так. Хочу воспользоваться, куплю тебе лекарства. Вот, вот это, выведение радиации мне нужно. Выведение радиации, средства. Ой, одной хватит. Все, отлично. Сейчас я буду уметь радиацию выводить из себя. При помощи, то есть антирад делать. Ну, наверное, он дорого стоит. Сейчас посмотрим, сколько он стоит на самом деле. Антирад. Черт, а где он находится? Вот, средство выведения радиации. Цетамин, ферацин, йод и 4 шприца для этого нужно. А почему вот серым отмечается вот этим вот? Непонятно. Почему они серыми вот отмечаются, вот эти вот штуки? Тоже сказать не могу. Так что ладно, будем знать в следующем, в будущем. Так, мясо. Мясо, это я насобирал с крыс. Кроме всего прочего. Ладно,
Короче, сделали здесь все. Идем. Я сейчас поищу немножко игрушек, чтобы хоть чуть-чуть поднять. Надо еще сходить посмотреть у этих, что продают эти два парня. Может быть, у них тоже какие-то рецепты есть, но вряд ли, конечно. Тем не менее, рецепты мне для крафта нужны. Я хочу именно крафтить. Так, покажи, что у тебя есть на продажу. Вещи, в принципе, мне эти не нужны. По одной простой причине, потому что у меня все это имеется и даже более качественно, чем вот это. Шармовок у меня. Кстати, я могу их им сам продать, эти шармовки, и получить очки торговли также. Ну, в принципе, очки торговли мне не нужны, но мне интересно, знаете, что здесь дойти до уровня группировки 3000. И что это будет ежедневно подборка членов группировки, какие подработка. Задание вот это в разработке находится, скрытие линии сюжета. Ну, я думаю, что другие-то у меня репутации тоже хуже не стали, да, скорее всего. То есть все хорошо пока идет. Самое главное не уходить в минус для мне именно для записи. Люди с болот такое есть даже. Ого. Это вот у татарина как раз, но у меня 50 всего лишь. Он торгует, а не со мной. 50 у меня есть, более-менее, но у меня очков торговли гораздо больше. Так, давайте посмотрим у этого, что. Серж. Еще один Серж. Так, покажи, что у тебя есть. Тоже у него ничего такого особенного нету. Ладно, пойдет. Пойдет все, что есть. Ладно, пойдем. Я сейчас просто похожу по домам. Мы с вами уже много раз в сериях это было. Я записывал. Там же я хочу найти еще журнал, потому что я Рашиду обещал журнальчик, именно там они и водятся. Но я не знаю, столько народу много, фиг его знает, какие адекватные, неадекватные, попадаются в домах очень неадекватные люди, которые просто сливают тебя, убивая, когда ты находишься в этом самом доме, когда ты ничего не подозреваешь. Ну, когда человек уже есть в этом подъезде, уже подозрительно к этому нужно отнестись человеку, потому что он может тебе выстрелить в спину. И несмотря на то, что у него репутация и упадет, может быть, для него это не так важно, тем более, что если он принадлежит именно к бандитам. Но с другой стороны, если он к бандитам принадлежит, ему, наверное, будет заказан путь вот сюда, на вокзал. Репутация у него будет здесь отрицательная, и его просто сюда не будут пускать. Ладно, пошел я по домам, по многоэтажке вот эти два подъезда схожу, посмотрю, что у меня из этого получится, получится или не получится. Я буду смотреть уже дальше. Немножко поднимем репутацию у вокзальных, пускай она как бы у торговцев. Пускай она на всякий случай будет все равно, может быть, пригодится. Кстати, к этим надо что сходить, у них какие-то новые квесты висят. Да? Вокзальный, где они вокзальные? Секунду. Вот насчет... Золото по ногам. Ага, вот смотрите, я два раза взял этот квест, и сейчас он уже не работает. То есть я дважды выполнил этот квест, и теперь он на полчаса у меня за... Ну, прокачали действительно игру и продолжают прокачивать, потому что обновления идут. Мне игра стала еще больше нравиться. В общем-то, я никогда не был против этой игры. А теперь... Что там, лопата стоит? Нифига себе, тут прям лопата стоит. Зимой, чтобы снег убирать. Прикольно. Прошу заметить, дома тоже сделали более красивыми. Офигенно, даже гитары... Лежат, вы прикиньте, офигеть. Так-то вообще прикольно. Пылесос и разнообразие стало еще более обширно. Тут даже диван, смотри, не собранный. Блин, как прикольно это все смотрится. Даже, смотри-ка, Брежнев. Дедушка Брежнев здесь находится. Офигенно придумано. Да, вот стекло, зеркало не видно. Но я думаю, если дальше пойдет так, то, может быть, они и зеркало тоже улучшат. Почему бы нет? Офигенно смотрится. Смотри-ка, даже фото из чего? Из чего? Из рапорта? Какое-то задание? Смотри, какое-то фото из рапорта взял. Хм. Тут довольно интересно. Интересно, а где этот квест вообще висит? И висит ли он? Что-то было уже подобное насчет рапорта. Не знаю, может быть, это фишки, вот эти задания.
они в конце концов мне откроют какую-нибудь тайну более серьезную. Смотри-ка, даже колясочки тут стоят, велосипедики, вообще классно, прикольно. Красиво оформили, улучшили, увеличили разнообразие контента вот этой всей штук. Я здесь пришел сюда, на, в эти дома, еще раз повторю, для того, чтобы взять, найти журнал и чтобы найти кубик Рубика для... Ну, блин, два выстрела. Они какие-то более-менее мирные сейчас мышки, но их стало гораздо больше, по-моему. На мой взгляд. Мирные, в смысле, они не сразу на тебя агрятся. И, конечно, без фонарика тут сложнее, чем с фонариком. Фонарик я, естественно, таскаю с собой. Хорошо, что он тоже не выпадает. Преимущество огромное в этом плане. Патронов уходит очень много на этих самых крыс, потому что крыс просто... Смотри, какой ковер. Как-то лежит. Развалил. Блин, два... А! Черт. Перезаряжаемся. А, там тоже патронов нету. Черт. Так, где у меня патроны? Да, вот, конечно, с системой зарядки надо побольше просто этих магазинов Glock взять, потому что, ну, штуки 4 или 5, чтобы они у меня были, чтобы постоянно не перезаряжаться, а то слишком много их, как бы. И хорошо, что ни оружие, ни экипировка не выпадает тоже. Это огромная радость. Иначе... Напряг будет полнейший. Ковер почему-то так лежит, непонятно. О, нашел что-то. Коробочка картонная. Хоть что-то нашел для начала. О, вот тебе и кубик Рубика, отлично. Репутацию подниму. Что там было такое? Два лоскутка, нет, это тоже для задания. Ладно. Тут можно насобирать тоже всяко. Но это, опять же, для тех, кто любит ходить и собирать вот эту всю фигню. Периодически, в общем-то, заниматься этим делом прикольно. Тем более сейчас разнообразили так сильно. Ходить по этим квартирам. К сожалению, картина только одна. Вот этот вот океан. Море, море, океан. Я не знаю, как называется эта квартира. Ну, а так, если подумать, может быть, можно чем-то еще взаимодействовать, помимо всего. Почему-то именно в этой квартире вот этот отчет, рапорт какой-то был. И куда он, кстати, у меня поместился, этот рапорт? Что такое? Странные находки. Одна. Запись еще не найдена. Подожди, а что такое котики? Предыдущая заметка. 7 штук. А! Ух ты! Смотри-ка, юный натуралист. Журнал юный натуралист. Я собрал котики, да? Прикольно, какие-то еще. Но это для тех любителей, которые любят. На фото бес в квартире девятиэтажки. Там был бес нарисован. Блин. А, вот этот рапорт и есть. То есть там лежал бес прямо в этой девятиэтажке. Офигенно. Сейчас. Еще раз дойдем до того места. Где он? Быстро крыски спавнятся. Мышки. Не крыски, это, наверное, все-таки скорее мыши. Потому что крысы гораздо больше. Черт. Кусачки. Все-таки действительно... Когда поначалу игралось... Нет, если сравнивать с тем, что было раньше, конечно, игра явно преобразилась. И вот последняя вот эта обнова, офигенная глобальная обнова, она показала, насколько сильно вся эта система изменилась. Ну, видимо, прислушались, может быть, к игрокам. Все равно у нас игра еще не до конца сделана. Версия игры 0.9, то есть еще не полноценная игра.
прислушиваются к игрокам, вполне возможно, и делают выводы, и делают разное. Так, о, чемодан! Прямо появился тут у меня. Аномальный чемоданчик. Спички. Спички детям не игрушка. У нас тут компьютер. Ох. Какие дела. Так, что тут написано? А, не видно, что написано, да? Компьютер. Вот такой вот когда-то был в 90-х годах компьютер. Противогаз лежит. Ого, тут кто-то из военных жил, что ли? Да, можно даже и посмотреть. Может, кто... Так вот, если смотреть по этим квартирам, может быть, кто из... сразу видно, кто из людей. Ну, тут, конечно же, Брежнев был тоже. Это уже не 90-е годы, это уже 70-е годы, когда можно было это наблюдать. Интересно, я собрал журналы, собрал котиков, собрал другие заметки. О, еще нашел кое-что. Чай? Чай, да? Нет, химикаты какие-то. Ну, в принципе, вот тут аптечки есть у нас. Это у нас, как говорится, аптечка домашняя, бытовая. Вазелин и перекись водорода собрал. Отлично. О, какой зеленый ковер. Вот, вот здесь лежал бес. Вот он на фотографии как раз отмечается, да? Спит. Или мертвый. Вот здесь он прямо лежал. Куда он пропал? Уже утащили. Нюансы. Небольшие нюансы есть в игре. Добавили. Это опять же радует. Так, здесь я больше ничего не найду, наверное. Спускаемся вниз. Так, здесь я уже был. Ничего больше тут нету. Когда шел наверх, в общем-то, почти ничего не нашел, потому что, ну, видимо, когда людей нету, вещи не спавнятся. Или спавнятся медленнее. Медленнее без людей. Вон там что-то еще. Коробочка есть. Но когда я поднялся сверху вниз, снизу вверх, они начали появляться, эти вещи. Да, реально. Реальная квартира. Специи. Даже специи я нашел, прикинь. Очуметь. Вот это что такое? Звук какой? Как будто звук дождя, непонятно. О, чайничек, прикольно. Так, год не написан, да? Нарисован только месяц, и то неизвестно какой. Год не нарисован. Так, еще одна. Ну что? Посмотрим. Журнальчик мне бы найти, но журнал, наверное, все-таки на кухне вряд ли будет. Для аптечка. Для Рашида, чтобы еще один квест выполнить. Это было бы тоже важно. Так. К сожалению, немного входябельных домов. Где-то еще одна. Да откуда у вас столько тут, а? Крыски. Целая тьма их тут бегает, а? Вот и опять патроны кончились. Полочки, видите, квартиры все такие разные, все сугубо индивидуальные, но ничего такого тут нету интересного. Ладно, на этом, наверное, все-таки понаблюдали, посмотрели, ничего больше тут интересного такого. Ну, какой я сделаю вывод здесь по заброшкам, по вот этим вот, по двум вот этим подъездам? Делаю вывод то, что вечером, допустим, да, даже днем, можно сказать, лучше всего ходить с фонариком. И мало того, что с фонариком, лучше иметь с собой запасную батарейку, а то как у меня кончится вдруг внезапно. И, в принципе, вот по подъездам, наверное, можно, по вот этим домам походить тоже можно, собирать всякую фигню. И, так вот, что же я нашел там? А вот этой вот всей, вот этой вот бредятины, вот этой всей херни
принципе, они нужны для фармацевтики. Я насобирал там, в этом самом... В этих двух подъездах, да, вот эту вот, вот эту штуку вообще можно разобрать. Что интересно из нее выпадет. Так, ух ты, кубиков дофига всяких выпало, да? Вот, смотри, витамины и тюбик крема выпал. Идеально. Интересно. Идеально интересно, почему, как это вообще могло быть, чтобы кубик... Кубик крема выпал именно оттуда. Ну, в принципе, больше тут разобрать, наверное, нечего. О, смотри, даже спирт есть. А, нет, это муравьиная кислота. Перекись водород для выполнения. Для создания рецептов крафта. Ну вот, давайте сейчас дойдем до печки, нададим ему квест, и на этом сегодня попрощаемся. В принципе, новые рецепты здесь на вокзале я изучил. Теперь у меня рецептов стало гораздо больше. Это можно сделать на ходу, да? Без станка, да? Да, да, да. Все можно делать. А это все нужно со станком, да? Вот в чем дело. Наверное, нужны станки, необходимые предметы. Нет, это не то. Подожди, вот. Сейчас введение радиации. Наверное, вот это говорит о том, что нужно именно станок, да? Да, да, да. Да, вот. Нужен станок, именно медицинский станок, лаборатория, именно для этого нужно средство выведения радиации сделать. Вот видите, сразу насобирал сколько шприцов надо покупать, и цетамин, еще одну таблеточку, и я целую пачку этих антирадов смогу получить, а он стоит, я скажу вам, не дешево, 9 с копейками стоил, сейчас не знаю сколько. Теперь принес тебе кубик Рубика, получил деньги, единицы опыта, да, очень хорошо, что опыт все-таки гораздо эффективнее сейчас идет, и я смогу прокачать другие свои навыки, но главное, как я уже говорил вам, для меня главное это все-таки будет крафт. Здесь в этой игре одной из основных задач именно крафт, я думаю, что вот это вот надо будет расширять, мастер, да, до мастера дойти, это было бы самое лучшее, да. Кроме того, и грузоподъемность тоже хотелось бы все-таки себе прокачать, более качественно. Все, я думаю, вряд ли прокачать удастся, потому что слишком уж много навыков здесь. Но, с другой стороны, специальность я свою определю. Давайте сегодня с вами попрощаемся, увидимся в новых стереях, до встречи. Пока!